Президент знакомится с развитием предприятий холдинга «Амкадор». Сегодня Александр Лукашенко посещает дочернюю компанию «Амкадор Пинск». Здесь производят современную технику для дорожной и строительной отраслей. Главу государства интересует не только финансово-экономическое состояние, но и перспективы компании. Кроме того, президент ознакомится с выставкой новейшей техники, которую производят на предприятиях холдингов «Амкадор» и «Солео». Ежегодно это 90 моделей машин и оборудования, а также более 2000 изделий для гидравлических систем мобильной техники и станочного оборудования. География экспорта – 40 стран. Сегодня прошло совместное заседание двух палат национального собрания. На вопросы парламентариев отвечал вице-премьер. Василий Матюшевский заявил, что программа инновационного развития на пятилетку будет внесена на утверждение до 1 июля, а работа по завершению госпрограмм, их порядка 20, практически завершена, и их перечень согласован с главой государства. Также подчеркнуто, что правительство Беларуси рассчитывает выйти на экономический рост во втором полугодии. Господдержка предприятиям будет оказываться только при условии снижения затрат и оптимизации расходов. Реализуется и комплекс мероприятий по упреждению банкротства. В Беларуси выбрали королеву весны. Ею стала студентка из Могилева Мария Сидоренко. Она учится на втором курсе Института правоведения. Всего в финале конкурса сразились 13 участниц. Жюри оценивало артистическое мастерство и сценическую культуру, умение общаться с аудиторией, грацию и харизму, знание этикета и чувство юмора. Победительница вместе с первой вице-мисс представит нашу страну в финале международного конкурса 27 июня в Уфе.